This may look like a normal spa. На вид это самый обычный спа-салон, но тут вас ожидает сюрприз. Эта чистая теплая вода подогревается за счет сжигания осадков, получающихся при фильтрации канализационных отходов. Это Ти-парк – очистное предприятие на окраине Гонконга. Здесь занимаются очисткой канализационных вод. Получающийся при этом осадок с сильным запахом раньше вывозили на свалки. Однако власти нашли ему новое применение. Ти-парк в день сжигают более 1000 тонн канализационных осадков. Да к тому же при этом вырабатывается достаточно электроэнергии, чтобы обеспечивать работу всего водоочистного предприятия и еще потребности 4000 жилых домов. Ти-парк – это первое в Гонконге предприятие замкнутого цикла, где отходы превращаются в энергию. И это первый шаг в новой безотходной инициативе правительства. Таким образом, мы высвобождаем свалки и решаем проблему безотходного избавления от канализационных осадков в Гонконге. Каждый день новый спа-салон посещают сотни людей. Это и ознакомительные экскурсии, и бесплатный отдых. Впрочем, у этой инициативы есть и свои критики. При перевозке канализационные отходы источают сильную вонь, да и при сжигании они загрязняют атмосферу. А от этого страдают местные жители. Правительство утверждает, что следует жестким нормам и проводит замеры выбросов. К тому же власти делают ставку на то, что посетители спа останутся довольны, и это вызовет у них интерес к безотходному производству.